Здравствуйте, наша недельная глава Бо. В ней говорится, что Бог отправляет Моше к фараону, чтобы фараон отпустил еврейский народ. Но фараон отказывается. Из-за этого Бог насылает беды на Египет. В этой же недельной главе Моше освобождает еврейский народ от рабства и выводит их из Египта. Также у нас в Торе написано о фараоне, ибо я ожесточил сердце его. С этого мы можем сделать логический вывод, что Бог забрал свободу выбора у фараона. Но тогда зачем были все эти наказания, если у него не было свободы выбора? На самом деле у фараона была свобода выбора, так как в первых 5 казнях написано «И ожесточил фараон свое сердце». То есть он просто не хотел отпускать еврейский народ и откладывал свое раскаяние на потом. Соответственно, таким людям Бог прекращает помогать и не дает возможности раскаяться. И поэтому фараон и не мог раскаяться в дальнейшем и отпустить еврейский народ. Хочу пожелать всем нам, чтобы мы не были как фараон и использовали свою возможность раскаяться сразу, а не откладывали ее на потом. Всем хорошего шаббата!